Всем привет, друзья! С вами Валёк, и это видео будет немного о будущем канале и немного о сейчасшнем его состоянии. Итак, как вы могли заметить, основное видео было раньше упор на Майнкрафт, да, у нас, но, к сожалению, Майнкрафт, можно сказать, кончился, и поэтому он сейчас стоит как бы у нас на вторых планах, да? Стоит он потому, что там осталось 2-3 серии, я думаю, где-то может быть еще последний стрим там, если соберется куча народу. Может быть, я из своей карты сделаю как бы открытый сервер. Ну и так, немного о том, почему видео сейчас иногда кое-как выходит без графика конкретного. Все потому, что у меня есть работа, есть дом, но есть еще, так сказать, сын, который сейчас в таком возрасте, что при нем да, вообще нельзя ничего сделать. Вот, и он как для своего возраста очень любопытен, и ему надо вот тоже вот. Тоже потыкать кнопочки там и так далее. А в свободное от работы времени, конечно же, я нахожусь с ним дома. Но как у меня появляется лишний часок, полчасика, я записываю видео, либо монтирую видео, если присутствует монтаж. Итак, ближе к делу. Один из подписчиков мне написал, точнее писал, что да как. Типа, допустим, один из вопросов был: ты будешь продолжать снимать, допустим, Space Engineers? Space Engineers сейчас заморожен. Это, если помните, космическое строительное. Ну, еще пока не выживалка, но выжить там надо. Вот. Я планирую возродить Space Engineers после того, как там появятся планеты. Скоро там разработчик уже давно, в принципе, анонсировал планеты, ну, не совсем такие громадные, ну, и с атмосферой и так далее, впрочем. Вот, вот тогда будет интереснее, я думаю, тогда введут и еду, и воду, и кислород сейчас есть. Так, сейчас посмотрим. Еще у него был такой вопрос. Сейчас. По поводу GTA 5, мне он советовал делать обзоры модов там и так далее. Ну, понимаете, моды на, тем более уже заезженную, по-моему, для всех GTA, по-моему, для всех заезженную уже мало кто, я думаю, в нее играет, да и я в том числе. Если, допустим, снимать GTA, то прохождение уже давно не актуально, а непосредственно GTA Online, ну, я одному там скучно, просто скучно, делать там не одному, допустим, с кем поиграть, ну, один раз писали, вот, давай, и все, и пропал человек. Человек еще написал, вот, куча игр начал и нифига не сделал, типа, ну, это грубо говоря. Типа, я начал много летсплеев. Ну, знаете, у меня сейчас замороженные. Именно непосредственно замороженные. Где-то три плейлиста. Первый из них это The Last of Us. Он был очень-очень востребован. Можно сказать, ну, пару человек смотрел. Если сейчас кто-то будет смотреть продолжение The Last of Us, есть там плейлист, мы можем продолжить. Если у кого есть желание, там ставьте там лайк и пишите в комментарии то, что вот под этим видео, то, что давай The Last of Us продолжай, то я думаю, я его продолжу. Но последнее видео, ну, что-то там прям вообще никак не пошло, я решил проект пока заморозить. Что же
еще пишет про Арк, Свалот и Волт. У нас по Арку были только, по-моему, проба и пару стримов, да? Я думаю, так же и продолжится, пока ничего там конкретного такого мега-супер-капитального не будет. Я жду какого-нибудь там глобального обновления, прям божественного. Тоже, конечно же, можно продолжить там выживать. Одному, в принципе, можно там выживать. Да, там даже есть синглплеер, который у меня ни разу не загрузился. Ну, точнее, можно сделать хост и одному выживать. Можно с кем-то сделать хост и с кем-то выживать. Вот так вот. Из друзей. То же самое. Если народ весь добавится Steam, давайте, у вас есть Арк, соберемся, скучкуемся и создадим, так сказать, приват и будем играть. Пожалуйста, добавляйся Steam и вперед. Мой ник Dark Spencer, он везде такой. Всех жду, обязательно добавлю в друзья. Так, Planet Base сейчас идет, а Elite Dangerous, ну понимаете, Elite Dangerous, как бы нельзя проходить его просто. Это игра как бы для себя, но я показываю именно не гайды там и не обучение, а именно основы. Что там, да как, ну не считая пробы и первого полета. Планируется еще несколько видео, но они тоже так на втором плане, потому что работа там дохрена, и времени на игру для тоже надо много, чтобы как-то подразвиться. И, допустим, я вот говорил на стриме, что планирую там в ближайшее время показать. Выпустить еще одно видео по Элите и показать войны. Непосредственно войны как мелких фракций. Есть там в каждой системе, что-то там воюет. Есть такой одно из последних обновлений. Ну, предпоследних, там Power Play, есть несколько там огромных фракций, это, ну, мажорных, как там называют, мажорные фракции, Империя, Федерация, Альянс, там еще кто-то, и, короче, территория. Но бывает еще так, то что, конечно же, они друг с другом воюют, и чтобы расширить свои территории в нашей, так сказать, галактики, да. Еще есть минорные фракции, ну те дяденьки, тетеньки или там кто под ними ходит, ну так скажу, группа. В одной системе может быть там 3-4 минорных фракций, такие там корпорации какие-нибудь мелкие, даже те же самые мафии там есть, пираты всякие. Вот бывает, все остальные фракции, неважно, принадлежат они, допустим, той же самой федерации или не принадлежат, они кучкуются и вместе идут против мафии. Ну, вот как-то так. Вот об этом я собирался основное видео сделать, но не гайд, я не делаю гайдов по Элите. Есть профессиональный канал, который заточен непосредственно под эту игру, но я показываю именно основу основ. Ну, потому что и что я могу, допустим, какой-нибудь гайд сделать, если я сам слабо разбираюсь и не задротствую. Такой же обычный игрок, но как бы показать, вот можно, допустим, это делать. Ну, или вот это вот делают, дабы заработать себе на новый корабль. Так, а дальше. КСП сейчас снимается. Rocket League. Что с Rocket League? Он не заморожен. Ну, и видео тоже будут, и эти видео там, допустим, как Elite Dangerous, там Rocket League будут, если даже появится Ark, Swallowed и Evolved, надеюсь, я правильно сказал, если они появятся, ну Ark появится, если, да, вот, то будет как бы разбавочное видео. Вот у нас сейчас идет на канале космическая тематика, идет КСП и Planet Base. Его разбавляет, дабы совсем не умереть от скуки.
Я стараюсь более как можно веселее записывать Forest, The Forest. Отличная выживалка на данный момент. В принципе, довольно-таки уже оптимизированы, там можно много чего сделать. И обновления будут, будут и будут идти. Даже счетчик есть. И, конечно же, пока Forest идет, обновление я буду записывать и про обновление, допустим. Что да как. И, конечно же, где-нибудь там появится и Rocket League, он не заморожен. Я к нему еще вернусь, но не так часто. Элита там, понимаете, там очень сильный монтаж нужен, потому что если снимаешь те же самые перелеты. Но не летсплей по элите, это летсплей по элите нельзя делать. Я думаю, все это понимают. Так, что еще? Ну вот я ему ответил. Значит, АК будет временами появляться, когда там что-то крупное будет и так далее. Planet Base сейчас идет. Графика конкретного на видео нету. Rocket League тоже будет временами для разбавки. По элит только узконаправленные взгляды. Не гайды, а только основы на деятельность внутри игры. Просто летсплей будет очень долгим и скучным, особенно в перелетах, как я и в принципе уже озвучил. КСП идет. Видео будет выходить в порядке, ну, приблизительном порядке. Я человек озвучил, хотел написать еще в группе такое же. Но я думаю, лучше снять видео, потому что не все люди находятся у меня в группе. Кстати, если у вас есть контакт, подписывайтесь. Я еще недавно сделал страницу на Фейсбуке. Пока там пусто. Вот. Но планирую там сделать, создать группу. Мало ли, кому-то будет удобно. Если кому-то удобно, также пишите в комментариях, что вот мне Фейсбук больше удобный. Я сделаю либо группу, либо страницу в Фейсбуке по непосредственно по каналу. Так. Примерный порядок, как будет выходить видео. КСП, The Forest, Planet Base. И где-нибудь между ними будут оставшиеся видео типа Майнкрафта и того же самого, допустим, Rocket League, пробы, влакасты. Влакасты у меня есть еще что снимать, но вот как-то вот поджимает время. Поверьте мне, я не забрал свой канал, я... По возможности времени я стараюсь, пытаюсь. И мне это нравится делать. Это сейчас основное мое хобби. Канал. И, конечно же, игры. Так. Да, вот, в принципе, я думаю, все. Что будет? Что насчет будущего? Что я планирую приобрести? В первую очередь, скоро у нас выйдет Fallout 4. Да? И я планирую обязательно его приобрести, но больше вариаций того, что он выйдет на компьютер. Ну, у меня на компьютере появится, потому что все-таки на PlayStation 4, да, хотелось бы взять на PlayStation. Блин, он в два раза дороже, чем на компе. Но комп у меня также его потянет, как и PlayStation 4. Точнее, ноутбук. Вот такие вот дела. Но я вот что боюсь, это захват видео. Я вообще планирую. Что я планирую сделать, когда выйдет 10 ноября выйдет Fallout. Что я планирую делать? Я хотел провести сразу стрим. Если, конечно, я буду не работать. Не буду работать. Сразу стрим. Ну или на следующий день. Если я работаю, то будет ли захватываться видео. В ближайшее время у нас будет Minecraft, World of Warships. Я не отказался от него. Гайд продолжится там. Ну, моими простенькими словечками, что если кал, то кал, допустим, будет. Тоже это будет промежутки. Вот я сейчас по плейлистам лазю, ковыряюсь. Можно даже вот на видео включить плейлисты. Давайте с вами посмотрим, что сейчас идет. КСП.
понравишься, я, по-моему, да, закрыл. Пробы будут еще, да. PlayStation 4, Minecraft. Еще осталось несколько видео. Но в планах там именно добить ачивки. Ну, может, сходку, чтобы там ребята, я не знаю, что они сделали. Только не разворовали все, не разгрифили. State of Decay. Что со State of Decay? Тоже сейчас планирую сейчас доснять его, но это он уже идет на второй план. То есть, как он будет, скоро ли он будет? Он будет. Я все помню, даже не записывая на бумажечку. Все помню. Кстати, надо записать на бумажечку. Там осталось, я думаю, немного жить тому, что осталось. Если кто смотрел, в State of Decay там капитальные проблемы в последней серии. То, что я не совсем справился. Так, ну, мои подкасты, они будут еще. Есть много еще чего снять. Именно и по моделям. И сейчас скоро соберется Победа автомобиль. Я обязательно сделаю на нее небольшой обзорчик. Че да как она выглядит, как там что. Я думаю, будет интересно. У меня еще есть пару моделей. И, может, там покажу свои музыкальные инструменты. Не знаю, ну, насчет игры не уверен, что особо получится. Ну, вообще, недавно у меня промелькнула мыслишка записывать музыку свою на видео. Ну, то есть, для видео делать хоть, ну, я не знаю, один трек какой-нибудь сделать. Ну, чтобы сделать один трек, надо сначала с новой программы. У меня есть новая программа по звукозаписи. Но, к сожалению, у меня в ноутбуке комбинирован, не пойму, чуть за линейник. Надо еще будет разобраться, а лучше, конечно, использовать микшер USB, которого тоже нету. Ну, не знаю, как-нибудь выкручусь. Ну и посмотрим насчет моей музыки. Она будет в основном в стиле рока. Как-то вот так вот. GTA Online. Ну, если только кто-то там, с кем-то мы соберемся и, конечно, снимем. World of Warships. С ним все понятно, я уже сообщил, то что что-нибудь там, какие-нибудь обзорчики будут, но редко, потому что основного упора на эту игру нету и не было. Rocket League будет потихонечку, вот где-то вот как-нибудь они вот так вот будут эти вот второстепенные игры идти, ну, раз в месяц там по игре, допустим, State of Decay один раз в месяц где-нибудь появился, World of Warships появился и так далее. Elite Dangerous очень долго снимать, но он будет, еще он будет. Планируется скоро обновление Horizons, но оно, сволочь, платное и стоит как целая игра. Конечно же, я посмотрю, если там все будет чики-пуки, тогда я возьму эти горизонты. Что в горизонтах основного такого, да, это возможность садиться на планеты, планетоиды, правда, пока безатмосферные. И это будет интересно. И, конечно же, там кататься на своем таком, на багге, как говорится. Ну, вообще, это типа ровера управляемого. По арку у нас, как видите, стримы. Стримы. Одни стримы. Надо, кстати, это переименовать, сколько там. А, там еще этот. World of Tanks. Честно, в ПК-шную версию у меня пока не это. Ну, как бы не стоит на него. На ПК-шную версию. Вот версия, допустим, того консольная, вот это да. Это можно поснимать. В Xbox Live у меня нет премиума. Ну, может, я его раздобуду. Хотя бы на месяцок, и мы поснимаем. Вообще, больше я жду PlayStation 4 Edition World of Tanks. Но, когда он выйдет, то ли к концу года слушок был, то ли как. Я сколько раз переписывался с людьми, то есть они спрашивают, я отвечаю, по идее, в концу года. Дальше уже, как бы, это Wargaming. Но это американская студия. Она обычно не затягивает. Она делает быстро. Я помню, когда в закрытом бета-тесте World of Tanks участвовал на Xbox 360. Не затянули. Прям как-то все быстро раз прошло.
Раз, открыто бета. И все, игру выпустили. Выкатили прям сразу. Там уже через месяц появились и дожди, и, ну, погода, и день, и ночь. Плюс на корпусах я не заметил. Точнее, я не рассказал в видео. На корпусах танках при ускорении, при торможении соответствующая физика срабатывает предметов на танке. Тот же трос болтается. Каток там болтается. То есть тормозим, он соответственно в ту же сторону, он как физика срабатывает, он наклоняется. На кочечках все как положено болтается, все сумочки, фигумочки, там лопатки, фигатки и так далее. То, что сильно не закреплено. Вот. Что не могут сделать белорусский офис Wargaming за сколько времени. Поэтому ПК-шной версии пока War Thunder. Ну, как-нибудь для разбавки тоже будет. War Thunder я еще не забросил, но иногда, очень редко захожу в него поиграть. Все-таки полетать там охота на самолетах и так далее. Ну, блин, качаться, понимаете, сейчас не до качания в играх. Ну, так вот как-то. Ну, PlayStation 4, ну вот, все вместе. Метро мы закончили. Единственная игра, которая полностью пройдена. Minecraft PlayStation 4 Tutorial. Ну, я планирую взять несколько видео, которые из Let's Play. Я уже по 100 раз, по-моему, говорил, и нифига не сделано. Будет сделано, как бы побольше времени будет. Я возьму видео, те, которые были, я не буду заново снимать некоторые механизмы, допустим, туториали нет, по-моему, умного склада. Я возьму видео с летсплея. Перед просмотром я, конечно, скажу, что это видео с летсплея. Укажу ссылку на видео в описании. И... вуаля, будет, так сказать, туториал, допустим, по умному складу. Все понятно. Но это я сделаю. Ну, сразу все я не успею просто. Просто физически не успеваю. Space Engineer заморожен. И The Last of Us Remastered тоже заморожен. Есть у меня еще идеи. И если у нас... Если из вас есть креативные люди, и кто досмотрел мое, я не знаю, обращение, планы на будущее до этого момента, если у вас прям есть же великое желание мне помочь каналу, у кого с творчеством получше, чем у меня, и с работой, с программами. Конечно же, есть такие люди, потому что я далеко не профессионал. Это делал подписчик, вот эту вот шапку для канала делал подписчик. Большая ему благодарность. Он выиграл, кстати, в конкурсе и получил ключ на игру. Но сейчас конкурс пока не будет. Я предлагаю так, по желанию, кто хочет сделать шапку каналу, надо обновить. С меньшим упором на Майнкрафт, потому что Майнкрафт у нас сейчас пока затишье. Скоро, да, будет видео. Вот. Что я планирую еще обновить? Трейлер канала. Не трейлер, вру. Превью. Превью канала обновить, потому что первое, оно заелось. А второе, у меня есть очень интересная идея. Если я сделаю, то, конечно же, покажу в группе ВКонтакте, а потом внесу видео. Может, сразу внесу видео, как получится, но там, по моим прикидкам, очень много монтажа, очень много работы в Sony Vegas, и в том числе с программой звукозаписи. Ну, и обычный, и, я думаю, музыкальный. Так, что еще? Если кто-то еще досмотрел, это мы поменяем. И самое главное, я уже давно собираюсь сделать вот
значки видео, да, он до сих пор гоняет то, что вот, значков. Трейлер канал добавить хочется, но идеи, тупо сделать непосредственно вырезы из летсплеев, ну, как-то по мне не особо, не знаю. Может, я тупо сделаю, вырежу из летсплея все. Ну, как-то вот так вот, друзья, я думаю, все сказал, что будет, что планируется. Конечно же, я жду еще, помимо Fallout, я жду Need for Speed новый, очень интересный, но в бетку так не удалось поиграть. На PlayStation 4 много игр. Особенно недавно была пресс-конференция во Франции. Ой, там интересные три игры. Единственные игры, которые меня заинтересовали, и одна из них уже давно интересует, по-моему, Horizon Zero. Еще и трейлер игры показали Detroit. По мне, так интересная игра, она от разработчиков Heavy Rain и этих. Ну понятно, да? Еще одна игра, которая меня заинтересовала на этой пресс-конференции. No Man's Sky, конечно же, безусловно. No Man's Sky. Объявление было, кто за ним следит, то, что он выйдет в июне следующего года. Конкретное число не сказали. И еще. И еще. У нас там. Блин, всего не упомнить. Еще какая-то игра. Но это только на PlayStation 4. Конечно же, есть много интересных игр. Я все ваши предложения читаю, учитываю. Вот меня когда-то и когда-то, и сейчас просили Forest. Вот он. Также и будет то, что меня остальное просили. Я запоминаю это дело. Стараюсь как бы не забывать. Ну и спасибо, друзья, за вашу поддержку, то, что интересуетесь каналом, и те, кто досмотрел это видео до конца. В ближайшее время будет конкурс, только никому не говорите, подробности будет далее, я думаю, ближе к Новому году. Ну и всем спасибо, что смотрели, с вами был Валёк. Все ваши мысли пишите в комментарии, что да как. Я все комментарии читаю, их у меня не такое огромное количество. Вот. И всем спасибо за поддержку и за то, что интересуетесь. Ну и всем пока.